Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это леггинсы Фабади, которые мы представляем сегодня от монгольского бренда Фабади. Я хочу сказать сразу же, мои дорогие любимые, за 100 лет не было такой зимы холодной, которая будет холодной в этом году. Поэтому мы уже утепляемся, мы уже заботимся о своем здоровье. Сегодня вместе с нами эксперт от бренда, модельер-конструктор, который лично разрабатывает дизайн изделий, который является технологом компании Фабади, которая контролирует все процессы производства. Давайте встретим Анну Неретину. Анечка, здравствуй. Здравствуйте, спасибо большое. Спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам. Расскажи про бренд, пожалуйста, и про этапы производства. Бренд, рожденный в степях среди горных хребтов и массивов, рожден двумя братьями, Батором и Джаргалом. Ребята унаследовали от своих родителей, отец которых был скотоводом, а мама великолепной ткачихой, они унаследовали у родителей стремление к созиданию, к творению, а также любовь к здоровью. И вы знаете, это сложный этап производства, потому что сначала мы собираем шерсть, сбор шерсти очень короток. Мы собираем это только в начале лета, в конце весны. Далее мы нежно разбираем пряжу, разбираем ее, обрабатываем и превращаем уже в конечную ниточку, из которой мы создаем наши прекрасные вещи. Но самое главное, что оно вас согревает, оно дарит сухое, здоровое тепло, а значит, вы избавляетесь от воспалений, а значит, у вас острые процессы организма уходят, артрозы, коленные суставов, они уходят просто на задний план. Причем на сегодняшний день мы представляем с вами уже скидки. 58% скидка, леггинсы по цене менее 2500 рублей. Но самое главное, чем наши леггинсы отличаются от обычных, которые мы можем купить в магазине? А вот и давай поговорим как раз об этом. Смотри, прежде всего это верблюжья шерсть. И хочу вам сказать, что верблюжья шерсть это самая легкая шерсть из всех возможных. Более того, она абсолютно гипоаллергенная. Нет ни одной другой такой шерсти, которая совершенно никак на вас не влияет в плане раздражения. Это очень важно. Более того, посмотрите, они универсальны. Я хочу вас обратить внимание ваше на то, насколько они комфортны и по всей длине защищают вас и сохраняют ваше тепло и здоровье. И давайте обратим внимание на пояс. Посмотрите, как здорово он тянется и возвращается обратно. Более того, пояс провязан чуть более плотнее для того, чтобы он поддерживал органы малого таза, чтобы он защищал все наши косточки, все наши органы. В общем, вот посмотрите, какая красота. И что я хотела, еще один момент, я хотела сказать, у нас, посмотри, плоские швы, ничего давить не будет. Более того, нет отдельной резинки, давай посмотрим. Посмотри, как она плотно прилегает, и при этом она тебе не давит нигде, это очень важно. Ни в коем случае, и самое главное, что вот тазобедренный сустав, не будет артритов, артрозов, мы с вами знаем об этом, да, все вот эти андексит, воспаления по-женски, да, органов, поэтому для вас предложение сегодня есть, мои хорошие. У нас есть два варианта, это коричневый и черный. Коричневый есть, обратите внимание, цвет, который называется «Восточные узоры», а рядом «Зимний узор». То же самое про черный цвет у нас, зимний узор и восточный. По факту здесь просто, да, какие-то ярче оттенки, какие-то узоры чуть, да, и плотнее, но в любом случае от этого, от узора не зависит ничего. Самое главное – здоровье. И вопрос, как выбираем, Анечка, размер? Сдвоенные размеры – безопасная покупка? Это максимально удобный выбор, потому что у нас есть сдвоенный размер, и мы можем выбрать, например, средний между или верхнюю часть размера. Но, как всегда, обмеряем талию, бедро и длину ножек. Мои хорошие, итак, буквально вчера за 7 минут более 450 леггинсов у нас было распродано полностью. Я хочу показать на себе, я выбрала размер 48-50, вы видите, насколько высокие, как они отлично тянутся, посмотрите, да, то есть у меня влезает еще рука, и по ножке они также тянутся, поэтому смело сегодня для себя выбирайте. Вы знаете, я что хочу сказать? Я хочу рассказать историю о том, что еще лет 5 назад
Подруга моей мамы, которая живет в Волгограде, тетя Нина, страдала артрозом коленных суставов. И именно осень-зима – это такой период обострений. Она спасалась только леггинсами из натуральной верблюжьей шерсти. Что она делала? Я буквально сегодня утром у мамы узнала эту историю. Во-первых, она ходить не могла. Ночью выламывала кости, выламывала суставы. Она сначала промазывала противовоспалительным гелем, потом она надевала эти леггинсы, и получается, что происходило такое правильное натуральное прогревание. Правильно, Анечка? То есть почему это именно верблюжья шерсть была, леггинсы? Конечно, потому что верблюжья шерсть, она... лучше всех других сохраняет тепло и при этом не перегревает нас. Она лучше всех других нежнее к нам относится. Она легкая, она сохраняет баланс тепла. Более того, я тебе хочу сказать, что это максимально долгий срок службы изделия из всех возможных. Она очень тонкая и очень теплая. Очень теплая. Она сухой же, это как печка на тебе, но сухая. Это действительно так. Кстати, я хочу сказать вам, обратите, пожалуйста, внимание, что верблюжья шерсть, она как снаружи, так и изнутри. Сухое тепло, противовоспалительный эффект сильнейший. Сразу спрошу, вот посмотрите, как отлично тянется. Анечка, подскажи, пожалуйста, за изделиями бренда Фабади, монгольского бренда, как правильно ухаживать, чтобы пилинг не появился? Вот эти все нюансы. А вот смотри, здесь я тебя обрадую, потому что изделия легкие в уходе, и мы используем единственный очень важный момент, это температуру воды не более 30 градусов и легкий мыльный раствор. Конечно, чтобы мы сохранили дольше наши изделия, мы стираем ручками, но более того, я тебе хочу сказать, ланолин, он обладает самоочищением, и тебе не придется постоянно стирать. Это очень важно. Обратите, пожалуйста, вот еще раз, смотрите, я сижу, вы видите, как я надела, да, то есть насколько высокие леггинсы, и посадка отличная. Вы сегодня все можете заказать от нашего бренда Фабади. Пояс, наколенники, тапки, носки. Будьте здоровы, я вас очень прошу. Самая холодная зима ожидается в этом году. Будьте здоровы и, конечно, спасибо бренду Фабади.